Всем привет! Я Дмитрий Василенко, руководитель направления «Тротуарная плитка». Меня часто спрашивают, где в Тюмени можно увидеть тротуарную плитку «Выбор». И сегодня мы подготовили для вас подборку общедоступных объектов, вымощенных нашей тротуарной плиткой. Парк «Древо жизни» в ЖК «Биография». Торговый центр «Южный». Мощение пешеходной зоны на перекрестке улиц Сака и Водопроводная. Мощение парковочной и пешеходной зоны на улице Холодильная. В следующем ролике мы покажем, как ухаживать за тротуарной плиткой в зимний период. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить. На сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и шагайте по плитке нового поколения.